что, дорогие друзья? Всех категорически приветствую. Всем привет, дорогие друзья, зрители и подписчики. С вами, как всегда, на связи Zenlife, робот, распаковки и обзоры. Дорогие друзья, сегодня на календаре у нас уже... Второе. Февраля 2018 года. И, дорогие друзья, кто-то покупает, к примеру, вот такие вот фигурки Marvel. Стоит 200 рублей. Второй номер уже стоит 400 рублей. И они радуются. Ну, я не понимаю, чему тут радоваться. Видите, даже вот, смотрите-ка, паук даже, видите, нарисовали так, тяп-ляп, видите, даже краска слезла вся. Видите? Плюс еще, смотрите-ка, клей вот здесь вот виден. Видите? Клей вот виден. Вот. Смотрите-ка. Вон клей. Под ног торчит. Вот, видите? Вот клей. Вон видно. Вот видите, как приклеено. Аж клей виден. Во-во-во-во-во-во, видите? Охренеть. И вот это 200 рублей стоит. Сегодня, сказал уже, 2 февраля 2018 года. И мне так зашли фигурки из магазина Детский мир. Вот, смотрите-ка, Детский мир, да? Детский мир. И вот сегодня я решил сгонять еще раз и прикупил вот такие вот фигурки. Фигурки Hasbro Star Wars. Титаны, героя. 199 рублей. Охренеть. Вот эти фигурки. Новый купил сегодня, как вы видите, по чеку. У нас 2.02.18 года. 18.05 я совершил покупку на 597 рублей. Сдача 3 рубля. Был у меня 600 рублей на кассу. Отдал. И вот 3 фигурки купил по 199 рублей. На 597 рублей. Кстати, пакет я уже от вчерашнего дня взял. Вот Детский мир, да. И вот у меня вот такой вот вышел пакет. Пакет из Детского мира. О, глядите. Вот Детский мир. Вот видите, Детский мир. Вот как видно. И открываем. И это у нас новые фигурки по Звездным войнам. Кстати, я взял прям три разные серии Звездные войны. Вот такой вот пакетик Детский мир. 3 рубля стоит, если что. И вот они, новые фигурки. Как вы видите. Star Wars. Пробуждение силы. И Star Wars. Низгой. Да. Star Wars. The Force Awakens. Star Wars Rogue One. Вот такие вот фигурки. Как вы видите, по 199 рублей. Вот они. Здесь у нас... First Brother, Inquisitor, Storm Troopers и Dead Troopers. Вот, название у них такое вот, как вы видите. Да, такие вот фигурки по 199 рублей. По акции взял. Вот так вот сбоку выглядит. Вот так вот сзади, гляньте. Все потрясающе. И вот так с другого боку. Просто как картинка, гляньте. Разные серии Звездные войны. Так что, дорогие, кому понравилось, ставьте лайк, оставляйте комментарий, подписывайтесь на канал. Всем удачи, все, пока.